В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. И вот здесь, нам нужно сделать ослабление. Мы здесь прорежем 10 миллиметров, и все у нас будет супер. Супер у нас все будет. У нас все будет супер. Так, ну сопряжение, как мы сопряжение умеем делать. У нас для этого есть пальц. Пальц. Лекало. Так, где наше фальц лекало? Вот. И наше фальц лекало здесь. Вот фальц лекало у нас на готове всегда. Вот замечательная вещь. Потому что без нее довольно-таки проблематично все. Ну, можно круг, конечно, здесь нарисовать. Вот. Но здесь можно, видите, регулировать, как тебе надо. А нам нужно, объясняю, нам нужно сделать 10 миллиметров вот так вот, чтобы у нас проходило. То есть вот это расстояние у нас 10 миллиметров. Нам надо туда отступить немножко. Немножко отступить. Вот 10 миллиметров от этого угла. Вот в чем проблема. Так, ну мы сейчас что делаем? Мы находим середину. Середину нашего пальца. Пальц. Лекало. Вот. Это легко сделать. И вот эта линия у нас вот должна совпадать с этой линией. С этой линии должна совпадать. И то же самое здесь. Вот мы сделаем здесь. Это все на ходу. Вот. Можно регулировать. Так, регулировать. Вот. Ну вот здесь. 10 миллиметров у нас есть. Линии совмещены. Совмещены у нас линии. Вот они, значит, совмещены. Эта линия. Вот, и мы можем теперь проводить. Ну, если поставить сюда, и вот, будет выглядеть вот так. То есть вот эта линия совпадает здесь, проводим вот эту линию. Вот. Ну и потом уже это устанавливаем. Вот, все это устанавливаем. Так, сейчас проведем линию. Так, надо не смывайкой, чтобы она тут лично вся пошла. Ну, если что, подправим, да? Так, ну вот. Вот она. Поставили наш фальц лекала. По нему провели. Вот здесь мы добавили 10 миллиметров. Вот сюда вот. И проводим сейчас линии, которые гармонично все это соединяют. А чтобы это все было проще, мы это будем делать на столе. Так, и вам будет тоже легче запомнить. То есть все мы сейчас будем делать на столе. То есть что, мы вот это вот все
Весь вот этот вот, все это, то, что у нас имеется, мы сейчас переносим на металл. Вот, переносим все это на металл. Вот. Так, снимаем фальц лекала. Так. Вставляем его пока в сторонку. Так, и... Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши учебные видеосъемки. И я вам предлагаю тонну интересных видео, которые сняты за последний месяц, такие как окончание гребня, два варианта, полукруг и под 45 градусов, примыкание рядового, 11 серий. Подробно, шаг за шагом, рассказывается, как делать примыкание, используя бумажные выкройки, которые я беру из практического руководства компании КМЕ, то есть фирмы, которая поставляет медь по всему миру. Заходите на мой канал, смотрите мои видео «Фальц онлайн». Не забывайте, если понравится, ставить лайк, поделиться ссылкой с своими друзьями в своих социальных сетях. Для продвижения канала мне требуется в этом смысле ваша помощь. Успехов и встретимся на онлайн-курсах фальцевой кровли. Удачи! В феврале этого года в колледже водных ресурсов я принимал участие в качестве эксперта с участием молодежной команды, которую подготовили для участия в конкурсе. Вот здесь я являюсь судьей. Вот мой сертификат эксперта. Спасибо за просмотр. Будем соединять. Так, вот такая вот есть, штучка, дырочка. Хотя можно и при помощи лекала тоже. Пальц лекала тут вот просто довернуть. Немножко повернуть. Здесь тоже. Так. Немножко. Так. Точнее, еще сделаем. Да, тут надо, тут спешить не надо нам. Главное тут сейчас ставить все так, чтобы оно все совместилось. Так, здесь тоже. Ближе просто. Линия ушла немножко. Линия ушла у нас. Так, я. Так вот. Во.
ту линию, но немножко. Так. Эта линия у нас немножко. Вот так вот. Надеюсь, теперь пойдет все нормально. Так, сейчас дорисуем. Да, дорисуем. Чуть-чуть вот здесь. О, здесь тоже. Здесь тоже. Рисовать от руки это тяжело это. О, есть контакт. Так. Теперь здесь будем. Сейчас радиусными ножницами срезать. Ну, так это все выглядит. Вот, выглядит. То есть, что мы сделали? Мы сделали вот здесь вот 10 миллиметров. Здесь мы сделали 10 миллиметров. Сейчас. Где у нас радиусные ножницы? То есть мы отрезаем. Мы отрезаем. И радиусными ножницами. И радиусными ножницами. Следим наши 10 миллиметров. Вот здесь вот. Так. Здесь у нас уже. Так. Так. С левой ножницей. Почему я тут не стал сильно загибать? Потому что здесь раскрыть и продолжить наш рез. Смотрите. Ага, вот эта линия. Это линия. Торопимся. Надо еще найдем. Здесь уже легче будет. Вот нам нужны левые ножницы. Не помню, брал их. Или не брал. Нужен был взять, да, вот они. В таких случаях нужны правые ножницы. Так. Вот они направо. Нагибаешь. Смотрите, как нужно всегда иметь весь инструмент. Весь инструмент надо иметь. Короче. Порой ножницы понадобится. Кто узнал? Так.
обрезки небурасы. Собираем. У меня тут мало обрезков, поэтому я тут не стал заводить всякие разные. Так, и здесь мы сейчас надоежим. Лишнее можно отрезать.